ведущий скульптор компании Bronze Phoenix. У нас представлены работы скульптора Семена Платонова на футбольную тематику. У скульптора существует целая серия этих скульптур, они достаточно популярны. Они выполнены в бронзе и установлены на камень. Эта скульптура называется «Черный паук Лев Яшин». А следующая скульптура, которая представлена на выставке, называется «Волшебник» Рональда. Это портретные скульптуры, представляющие наиболее значительные фигуры в области футбола, звезды мирового футбола.